А у нашего специального корреспондента Татьяны Каминской все под контролем. Именно в такой номинации она признана сильнейшей на всероссийском конкурсе СМИ за лучшее освещение реформы жилищно-коммунального хозяйства. Победила Татьяна со спецпроектом «Дело в трубе», в котором разбиралась, почему мы платим за воду все больше, а состояние сетей все хуже. Но даже находясь в отпуске в Москве на вручении награды, она продолжает работать. Татьяна побывала на международном форуме энергосбережения. Говорит, здесь есть чему удивиться. Например, вот этот автомобиль-гаджет на трех колесах скоро может появиться на наших дорогах. Он рассчитан на двух человек и небольшой груз. И за 6 секунд разгоняется до 60 км в час. В планах изобретателей запустить серийное производство таких электрокаров уже в начале следующего года. Пробег на одной зарядке хватает на 100 километров. Зарядиться можно от любой обычной розетки в течение 4 часов. Также можно зарядиться от станции быстрой зарядки в течение 1 часа. Максимальная скорость 90 км в час. В стандартной комплектации есть полноценный климат-контроль, то есть и обогрев, и охлаждение, полный электропакет, даже доступ в собственную социальную сеть и интернет.